Много воды утекло с тех самых пор, как мы с негром Джимом покинули наш маленький городок Санкт-Петербург. На нашу долю выпало немало приключений, которым позавидовал бы даже сам Том Сойер, но всегда нам удавалось выпутаться из беды. И вот сейчас старуха Миссисипи несет и несет нас на своей широкой спине, а мы с Джимом плывем на плоту и мечтаем только об одном – благополучно добраться до того места, где в Миссисипи впадает река Огайо, чтобы Джим мог бежать в свободные штаты. И вот однажды, когда я отправился выбирать место для стоянки нашего плота, я заметил ялик, в котором сидели два белых джентльмена с ружьями. Эй, парень! Что там такое? Плот! А ты? Кто же с этого плота? Да, сэр! Мужчины на нем есть? Всего один, сэр! Видишь ли, нынче ночью сбежало пятеро негров вон оттуда, повыше излучины. У тебя кто там, белый или черный? У меня там... Да что ты говоришь-то, парень? Я спрашиваю, у тебя на плоту белый или черный? Белый! А чего ж ты так долго думал? Поедем посмотрим, Паркер. А ну, поедем, Джон. Да уж, пожалуйста, вы знаете, ведь это мой папаша там. Он болен. А что с ним такое? Да я сам не знаю, ну. Только очень хорошо, что я вас встретил. Вы ведь поможете, правда? Возьмете нас на буксир. Ну, нам некогда, мальчик. Да ладно. Давай поможем, Джон. Ну ладно, поможем. Цепляйся веслом, поедем. Немножко подальше. Да. Не зацеплюсь. Спасибо. Спасибо, а то вы знаете, кого не попросишь, все уезжают. Вот народ, а? Вот подлецы. А что с твоим папашей, мальчик? Да так, в общем, ничего особенного. Ну так. Че это ты замолчал? Брось-ка весло, Паркер, по-моему, парень врет. Эй, парень, чего там такое стряслось с твоим отцом? Скажи правду, лучше будет. Сэр, я скажу, только ради бога не бросайте нас. У него... Одним словом, если вы не будете подъезжать к плоту слишком близко, то ничего страшного. А я вам брошу веревку, вы только возьмете нас на буксир и подтянете к берегу, и все. Джон, поворачивай живее, брахна. Парень, а ну отцепись. Отцепись, говорю. Господа. Ну, отцепись ты. Отцепись. Джон, держи против ветра, Джон. Еще нанесет. А в чем дело, Паркер? Ты что, не понял? У его отца черная оспа. Ах ты, парень, совести у тебя нет. Что ж ты нам сразу-то не сказал? Я раньше всем так говорил, они сразу уезжали. Ах ты, черт, жалко его, ну что делать? Как знаешь, Джон, а мне оспой болеть неохота. Да уж не говори. Смотри, парень, я кладу на эту доску $20. Когда мы отъедем, подплыви к ней и возьми деньги. Вон, еще 20 от меня. На. Положи, Джон. Попытай счастье в другом месте. Мы, конечно, подлецы, да что поделаешь, умирать-то никому не охота. Доску не упусти. Будь здоров, парень. А если увидишь негра, хватай его и зови на помощь. Понял? Еще денег заработаешь. Эй! Прощай! Прощайте, сэр! Спасибо! 5, 8, 12, 24, 40.
вот, когда после этой встречи я вернулся на плот, Джима там не оказалось. Джим? Джим? Джим, ты где? Я здесь, Гек. Где ты? Да я здесь. Где? А они где? Ты чего там делаешь, старик? Ты зачем залез в воду? А ну, вылезай. Давай. Я ведь все слышал, Гек. Вылезай. Как они сюда двинулись, я уж хотел плыть к берегу. Но ловко ты их надул, Гек. Том Сойер никогда бы их так не надул, Гек. Джим никогда тебе этого не забудет, Гек. Только недолго пришлось ему радоваться на этот раз. Спустившись на несколько миль вниз, мы узнали, что место, где река Огайо впадает в Миссисипи, осталось позади. Наверное, нас пронесло мимо устья реки Огайо в ту ночь, когда мы с Джимом ловили друг друга в тумане. А теперь старая Миссисипи несла и несла нас в самую глубину Южных Штатов. Не будем говорить про это, Гек. Бедным неграм всегда не везет. Ну, Джим, ну ладно. Ну а что же нам теперь делать, Джим? А что можно сделать, сынок? Так и будем плыть по течению. Ладно, ладно, все, будем плыть. А подвернется большой челнок, купим его, правда? У нас теперь деньги есть, а? Джим, сможем подняться вверх по реке, правда? Ну, Джим. Бедняжка Элизабет, бедненькая Джонни, ох, горе какое. Кто это, Джим? Это мои ребятишки, сынок. И на никогда мне их не видать. На следующее утро, перед зарей, я перебрался через перекат на берег и поднялся вверх по речке посмотреть, не наберу ли там ягод. Как раз в том месте, где через речку шел коровий брод, смотрю, по тропе к броду бегут опрометью двое мужчин. Я подумал, что мне крышка, если за кем-нибудь гонится, мне теперь всегда кажется, что это или за мной, или за Джимом. Я стал разворачивать челнок, чтобы удрать на всякий случай, но только не успел. Господа, что случилось? Молодочек, большой реке! Мальчик! О, вам повезло, мне как раз в ту же сторону. Причем здесь вы, простите, мальчик, подгони же сюда лодку, имей в виду, мальчик. Дело настолько важное, что я не остановлюсь перед любыми расходами. Тот же самый случай, речь идет о жизни и ну смерти. Вот. Садитесь, господа. Рано не наступайте, мне рано. Ногу. Да как вы сели, так вы же перебите же в середине. Осторожней, на этот край, не надо, на этот край. Чуть туфлю не потерялся. Ну, греби, что? Ну, сейчас уж, ты можешь налегать на вёс? Ну, кажется, в этот раз я буду избавлен от маленьких неприятностей. Вы, похоже, тоже. Да, если мальчик немного наляжет на весла. Я слышу, они приближаются. Так это за вами бегут собачки, да? Греби быстрее, ну. Мальчик, чаще, чаще, дитя мое, чаще. Джим вначале жутко перепугался, когда увидел меня с двумя белыми мужчинами. А один из них, который помоложе, сразу заметил, что наш плот старательно спрятан под ветками. Что такое? Скандал. Беглый негр. Я ухожу. Ну надо же, ну честное слово, я ничего не понимаю. Ну все одно и то же говорят. Да ведь если бы он был беглый, разве он бы бежал на юг, господа? Он бежал бы на север, к устью реки Огайо. Справедливо. Зачем же вы все-таки прячете свой плот? Затем и прячем, что все говорят одно и то же. Раз негр, значит беглый. А в правду никто не верит. Какова же правда, мальчик? Правда такова. Когда наш папаша разорился, и у него осталось всего $15, да вот негр Джим и я, мы решили податься вниз в Новый Орлеан к дяде Бену.
Ну, разве с такими деньгами можно проехать на пароходе 2000 миль, понимаете? Mm-hmm. Вот мы и поймали плот и поплыли на нем. Папаша с горя сильно пил. Возьми себя в руки, мальчик. Папа с горя сильно пил. Я-то его погубила. Как-то ночью мы спали, а папочка был на вахте, пьяный, видно. Забыл зажечь фонарь, на нас наскочил. Пароход. Мы с Джимом вынырнули, а папочка не вынырнул совсем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. С тех пор так и пошло, как увидит у нас на плоту Джим, так хотят отнять. Говорят, он, наверное, беглый. Ну вот, пришлось плыть по ночам, а днем прятаться. Неплохо, браво, браво, мальчик. Неплохо исполнено. Но вот что, надо что-нибудь придумать, чтобы мы могли плыть и днем. Как? А вы что, разве с нами поплывете? А ты разве против? Нет. Нет, ну, по-моему, будет нам тесно. Да, тесновато. А что делать? Придется примириться. Скажите, а вы, вероятно, будете ждать парохода? Нет, нет, я с вами. Но ведь тесно. Ничего, ничего, я потерплю. Если, конечно, мальчик не против. Мальчик не против. Мальчик, ты не против. Да чего уж там. Поедем, если хотите. Ну вот и сговорились. Теперь мне худо бы и познакомиться. Итак, негра зовут... Джим, скажи, как тебя зовут? Меня Джим, сэр. Так, молодого человека зовут... Его зовут Гекльберри Финн, сэр. Спасибо, Джим. А почтенного джентльмена, судя по виду стойкого борца с пьянством, зовут... А вас? Меня? Увы. Вряд ли мое имя вам хоть что-нибудь скажет. Во-во, и мое тоже. Боже мой, подумать только. Это вы о чем? Довести себя до такой жизни, за вами бежали собаки. Чем вы так рассердили бедных животных? При чем здесь собаки? Это люди! Люди! Нравы испорчены от того, что есть один человек может натравить собаку на другого человека. Да ведь до чего дошли? Ну да-да, я понимаю. Homo homini lupus est. Да, во. Ну вот я. А из-за чего у вас вышла неприятность? Да так, я тут продавал одно снадобье для того, чтобы счищать камень с зубов. Счищать-то оно действительно счищает, но только эмаль вместе с ним тоже сходит. Ну вот я и задержался на один вечер дольше, чем следовало бы, и только-только собрался улизнуть, как повстречал вас на окраине города. И вы мне сказали, что за вами погоня, попросили вам помочь. Вот и вся моя история. Ну что у вас было? Я тут около недели проповедовал трезвость. Ну вот видите. Все женщины мной нахвалиться это не могли. Ну, да. 5 дней я... Делал свой честный бизнес, 10 центов с носа, дети и негры бесплатно. И дело у меня все шло лучше и лучше, как вдруг вчера вечером кто-то пустил слух, что я и сам потихоньку прикладываюсь к бутылочке. Ну, слух, конечно, ложный. Как сказать? Да, впрочем, какое-то имеет значение. Ну, конечно, черт. Да. Спасибо одному негру, по странной случайности оказавшемуся порядочным человеком. Нынче рано утром он рассказал мне, что эти нераскаявшиеся пьянчуги желают вывозить меня дегтем, вывалить в перьях и прокатить на шесте. Я не стал дожидаться завтрака. Что-то аппетит пропал. Ну так и ну, я после понятно, этого... Понятно, понятно. Старина, мы с вами, пожалуй, могли бы объединиться и орудовать вместе. Как по-вашему? С вами? Я не прочь. А чем вы промышляете главным образом? Да разным, разным. Случается, торгую патентованными лекарствами, выступаю на сцене. Я, знаете ли, при случае занимаюсь внушением мыслей. Вот. Для разнообразия даю уроки пения, географии. Бывает, лекцию прочту. Да мало ли что. Берусь за все, что не подвернется, лишь бы не работать. А вы по какой части? В свое время я много занимался врачеванием. Проповедую тоже. Ну, обращаю в христианство. Ну и молитвенные собрания по моей части. Боже мой, боже мой. Это вы насчет чего? Подумать только, что я довел себя до такой жизни и унизился до такого общества. Чем же это вам общество? Нехорошо.
плыть с разбитым сердцем, с безымянными бродягами. Но позвольте. Да, 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 вы правы, я должен быть доволен. Я заслужил это. Ну что это вы болтаете? Нет, господа, я не виню вас, не виню. И тебя, мальчик, не виню. И тебя, темнокожий, тоже не виню. Я никого не виню, никого. Кто виноват в том, что пал так низко, когда стоял так высоко? Я одного так прошу, господа, одного. Пусть холодный свет доконает меня. Я приму смерть. Я ищу ее. Я знаю, знаю. Свет, отнявший у меня все, не может отнять у меня право умереть. И мое бедное, разбитое сердце наконец успокоится. Да подите вы. Да. Господи, простите, с вашим разбитым сердцем. Чего вы тут тычете под нос ваше разбитое сердце? Мы тут при чем? Боже мой, боже мой. Как я пал. Как я низко пал. Откуда пал? Было, что ли, откуда падать? Было. Господа, я чувствую, что конец мой близок. Только... Ну, ничего, ничего. Только предчувствие скорой смерти. Только оно заставляет меня раскрыть перед вами тайну. Тайну? Тайну, страшную тайну моего рождения. Господа, под этой грязной и нелепой одеждой бьется... Мальчик, послушай, послушай меня. И ты, темнокожий, тоже послушай. Бьется... Вам слышно? Это бьется сердце. Благородное сердце. Бьется, одним словом... Ну, господа, ну что там скрывать? Я герцог. Да что вы? Быть не может. Смейтесь, смейтесь. Я не осуждаю вас. Смейтесь, мальчик, и ты смейтесь. И ты, темнокожий, смейтесь. Я заслужил этот смех. Это ваше презрение. Как же вы очутились на Миссисипи, герцог? Интриги, интриги. Господа, зависть и подлость. Подлость и зависть вынудили моего прадеда бежать в Америку. Да-да, мальчик, в Америку. Зависть и подлость в лице второго сына моего деда захватили титул, принадлежавший по праву первому сыну моему отцу. И вот результат. Прямой потомок герцога, презираемый светом, осмеиваемый всеми в жалком рубище, отправляется в путешествие на плоту. И с кем? Ну, интересно, с кем? С безымянным жуликом. Это кто же безымянный жулик? Что уж не я ли? Ну, во всяком случае, не я. Господа, мальчик, темнокожий, господа, герцог Бриджуотерский, вот мое имя. Это имя известно любому порядочному человеку. Да? Да. Не хотел я вам говорить, да только теперь вынужден это сделать. Раз на то пошло, то тайна рождения имеется, кроме вас, еще кое-у-кого. Любопытно. Не у вас, случайно? Представьте себе. Я прям горю от нетерпения ее узнать. Вы узнаете ее. И скоро узнаете. Прямо сейчас. Я покойный дофин. Ну, то, что вы покойный, я не сомневаюсь, а? Темнокожий мальчик, как вы считаете? Кто же ваши родители, покойный? Людовик XVII, ой, который, если вы знаете, был сыном Людовика XVI и внуком Людовика XV. Ну да, и правнуком Людовика XIV. Совершенно справедливо. А с материнской стороны я сын Марии Антуанетты. Ой. Маленький Карл. Маленький Карл, пропавший без вести. Маленький Карл. Я бы еще поверил, если бы вы назвались Карлом Великим. Вам же лет
600, а? Если не больше. Это... Спокойно, мальчик, спокойно. Это все от несчастий, да, господа. Это преждевременные лысины и седые волосы, это все от несчастий. Знаем мы от каких-то несчастий. Герцог. Это вы мне? Да. Благородный герцог Бриджи... Это Бриджи что? Уотерский. Уотерский Бриджи. Скажу больше, ваша светлость. Ого, смотри ты. Ну, предположим, я вас слушаю. Я чувствую, что вы не обманули меня. Что-то мне говорит, что я вижу перед собой человека благороднейшего происхождения. Так вот, это что-то вам правильно говорит. Да, слава богу, я не ошибся. Но неужели и вы не чувствуете, что перед вами король? Кто я? Ну, вы, ваша светлость. Как вам сказать? Вы знаете, что-то есть. Ну так вашу руку, благородный герцог. Судьбе было угодно, что мы встретились на этом плоту. Вы не виноваты, что родились герцогом. Я не виноват, что родился королем. Надо всегда пользоваться случаем и устраиваться в жизни получше. Такое у меня правило. Неплохо, что мы с вами сюда попали. Тут еды много, жизнь привольная. Ну, будет вам, герцог. Ну, давайте вашу руку и помиримся. Ну, так и быть, ваше величество, по рукам. Ну, да, итак, да, мальчик, и ты темнокожий, слушайте меня. Отныне вы будете оказывать его величеству и мне соответственные знаки внимания. Ему, значит, королевский, мне герцогский. Ну, что ты так смотришь, мальчик? Ну, что, детка, ну, говори, ну. Мы это... Что вы это? Ну, мы не знаем, как это. Да ничего, постепенно освоитесь. Я буду учить вас придворному этикету. Если, конечно, его величество не возражает. Оно не возражает. Когда вечером мы вывели плот из зарослей, наши пассажиры завалились спать в шалаше на тюфяках, которые раньше служили нам с Джимом. Сначала они долго ругались, кому какой выбрать, маисовый или соломенный. И так как соломенный был мягче, то король в конце концов забрал его себе. И скоро они захрапели. Гек, а ты думаешь, они... Такие и есть, как говорят. Ну, кто их знает, Джим? В общем-то, какая разница? Только коли им нравится так себя называть, так нам что с тобой? Не все ли равно, кто они такие? Лишь бы ссор не было, правда? Да, да. Ну, на таком маленьком плоту... Разве можно ссориться? Тут и оно, Джим, тут и оно. Да, да, да. А вдруг они и правда такие? Не знаю. Ну, вообще-то, может, и правда. На следующее утро, когда мы затащили плот в укромное место на стоянку и позавтракали на берегу, герцог важно заявил нам, чтобы мы им не мешали, потому что они будут составлять план кампании, как они выразились. Впрочем, если вы будете тихо, то можете послушать, пригодится. Слушай, дай-ка мне вон этот мой саквояжик, вон тот зеленый. Ваше величество, скажи, пожалуйста, а вам не приходилось никогда выступать на сцене? Нет, ваша светлость. Не приходилось. Что ж, могу вам только позавидовать, ибо вам впервые придется вкусить сладость актерского вдохновения. Как это? А вот как. Через 3-4 дня в первом же подходящем городе мы снимаем зал и даем шекспировский спектакль. Как вам это понравится? И вы утверждаете, что это дело прибыльное? Весьма прибыльное. Главное, чистое. Чистое, благородное. Ну, насчет благородства я не сомневался. Отлично, отлично. Итак, мальчик и темнокожий, вы обязательно... Вы будете нашими зрителями. Слушайте, мы представим поединок на мечах из Ричарда III и
Сцена на балконе из Ромео и Джульетты, а? И что буду делать я? И тут герцог рассказал ему все, что полагается. Кто такой был Ромео и кто такая Джульетта. И прибавил, что сам он привык играть Ромео. Так что королю придется быть Джульеттой. Играть Джульетту, прекрасное юное существо. Боже мой, как вам повезло. Боже мой, лучшая роль мирового репертуара. Если бы не встреча со мной, когда бы вы могли получить такую роль? Вы должны мне ноги целовать, ваше величество. Ладно, чуть позже. Так она девушка? Да, почти девочка. Я поздравляю вас, я поздравляю. Благодарю. Я вам завидую. Благодарю, а как же... Что, ваше величество, что? Ну, моя внешность. Лысина, седые бакенбарды. Ах, да. Еще. Да, некоторые несоответствия есть. Да. Ну, не совсем те данные. Стоп, не беспокойтесь, мальчик темнокожий. Тот, тюх, минуточку, скажите сюда. Что? Саквояжик, вот тот тобой. Да. Пожалуйста. Спасибо, дорогие сыщи. Тащи его сюда. Так. Сюда. Крышку помоги мне открыть. Да, ну, помогаешь, ну. Пожалуйста. Прошу вас. Примерьте. Что это? Костюм Джульетты. Как вы понимаете, гардероб бродячей труппы всегда у меня под рукой. Это не костюм, а какая-то ночная рубашка. Она, это ночная рубашка, правильно. Ночь, понимаете, ночь. Джульетта приготовилась ко сну. Влюбленный Ромео зовет ее, она выходит на балкон. В чем, по-вашему? Ну, хорошо, а как же быть с лысиной-то? Плохо с лысиной. Эй, стоп, погодите. Коробку, мальчик, коробку, вон ту, скорее. Хорошо. Спасибо. Так. Пожалуйста. Прошу. Ну, берите, это чепец. Ну, наденьте-ка его. Чуть-чуть назад. Ну, молодец. Ну, ты... гений. Ну, прелестно. Прелестно. Мальчик, ты со мной согласен, да? Вот. Вы сомневались, ваше величество. Первые зрители, первый успех. Поздравляю. Ну, неужели вы никогда не играли на сцене? Я просто не могу поверить, ваше величество. Да нет, как-то не пришлось. Ну, по крайней мере, вы были свидетелем превосходной актерской игры. Да где же? Ну, как где? Во дворце вашего отца, короля. Ну, почему же? Видал. Но это было так давно. А вы думаете, вам удастся меня научить? Удастся. Это легче легкого. Ну, тогда ладно. Вот. У меня уже давно руки чешутся. Попробовать что-нибудь новенькое. Давайте сейчас же начнем. Знаешь, что я вам скажу? Учите. Знаешь, что я вам скажу? Да. Я не случайно подозревал в вас драматический талант. Ну? Вот. И король старательно учил свою роль. Герцог был весел, показывал нам с Джимом костюмы, театральные бороды и парики, а также театральные краски, или, как он говорил, грим. Наконец, король сказал... Ну-с, я готов. Прекрасно, молодец, прекрасно. Начинаем с вашей реплики, ну. Начинаем с чего? Со слов Джульетты, ну. С каких слов? С первых слов, которые она говорит, ну. Сначала. Сначала этой сцены. О, горе мне, ну. Что такое, какое горе? Горе Джульетты. Простите, я не понял. Какие ваши первые слова, ну? Мои? Да. Но не ваши, Джульетты, ну. Ну, о горе мне. Слава богу, начинайте. Ну, да, я просто думал, что вы говорите о горе мне. Боже мой, начинайте, ну. Нет, да. О горе мне. Так, больше чувства, больше страсти, больше. Не, ладно, не будем останавливаться, ладно. Идем дальше, ну, дальше. Дальше ничего я не говорю. Как ничего, боже ты мой. О горе мне и все, смотрите сами. А, да, подождите, ну, дальше моя реплика. Так, она сказала что-то, о говори мой светозарный ангел, то-то. Что значит то? То-то. Ну, я пропускаю свои реплики. Подожди, вы что, может быть, будете меня учить играть? Так, последние мои слова. Внимание. Последние мои слова. И плавает по воздуху. Теперь вы, ну. Что? Ромео, ну. А, Ромео. Ну, что вы ревете, как бык? Ромео. Вы играете Джульетту, кроткую и милую Джульетту. Она же почти ребенок. Да знаю я. А если знаете, так говорите нежно, томно. Вот так скажем. Ромео. Ромео. О, господи. Что, опять как бык? Нет, хуже. Теперь как осел. Попробуйте еще раз. Ну. Давайте сначала, ну. Слеплики, ну. Он говорит мне, ну. Ну. Нет, подождите. Попробуем так. Скажите, о горе мне.
и отступайте назад. Понимаете, как бы испугавшись. Ну, вот как вы от собачек бежали. Ну, давайте. О, горе мне. Лучше, молодец, лучше, гениально. Да, еще раз. Ну. О, горе мне. Гениально, отскакивайте назад смелее. Ну. О, горе мне. Замечательно, прекрасно, в последний раз. Очень важно, как вы начинаете роль. Давайте, так, ну. О, горе мне. Молодец. Джим, иди сюда, скорее! Король полетел в воду! Черт бы вас подрал с вашим Шекспиром! Ну, дайте же руку-то, ну руку! Ну вот, вот, держите! Ой, ногу! Ладно, перерыв! Весь этот день герцог учил короля играть, и под конец король так разохотился, что герцог назвал его великим Эдмундом Кином Старшим и предложил выучить для представления еще и монолог Гамлета на случай, если зритель захочет еще чего-нибудь. Чего это Гамлета? Монолог Гамлета. Это же самое прославленное место из Шекспира. Высокая вещь, поймите, высокая. В книжке у меня, по-моему, нету. Сейчас, минуточку. Да нет, у меня в книжке нету. Ничего, пожалуй, я смогу его восстановить по памяти. Похожу немного по плоту. Посмотрю, нельзя ли вызвать эти строки, понимаете, из глубин воспоминаний. Так, сейчас, минутку. Ваша следующая... Тихо, не мешай, я вызываю из глубин. Тихо, сейчас. Сейчас, подождите. Еще и Башмаков. Нет, это оттуда, но не оттуда. Кордели, иди в нас. Нет, не то. Стоп. Вот. Быть или не быть. Вот в чем загвоздка. Вечером мы пристали к берегу, неподалеку от какого-то захудалого городишка, где-то в самой глубине штата Арканзас. Джим остался на плоту, а мы отправились в город посмотреть, нельзя ли тут выступить. Оказалось, что из города только что уехал цирк. Герцог снял залу суда, а потом долго учил меня, как надо зазывать зрителей в театр. И вот с самого раннего утра следующего дня я стоял около залы суда. Возрождение Шекспира! Изумительное зрелище! Только один спектакль! Знаменитые трагики Дэвид Гаррек-младший и Двунтин старший в своем непревзойденном шекспировском спектакле под названием «Сцена на балконе» из «Ромео и Джульетты». «Ромео, мистер Гаррик, Джульетта, мистер Кин, а также по просьбе публики бессмертный монолог Гамлета в исполнении того же знаменитого Кина». При участии всей труппы новые костюмы, новая декорация, новая постановка. Часа два я так разорялся, но толку было мало. Купили всего 12 билетов, и все, как отрезало. Герцог очень рассердился. Видно, эти арканзасские олухи еще не доросли до Шекспира. Им нужна только пошлая комедия. Даже хуже, чем пошлая комедия. Ну, хорошо же. Дай-ка бумажку. Сейчас я тебе напишу. Держите, новый текст. Держите, ваша светлость. Так. В зале суда только три спектакля. Всемирно известные трагики Дэвид Гаррик-младший и Эдмунд Кин-старший. В захватывающей трагедии «Королевский жираф» или «Царственное совершенство». Так вот. Женщины и дети не допускаются. Ты особенно напирай вот на эти слова, мальчик, понимаешь? Если уж этими словами их не заманишь, тогда я не знаю Арканзаса. И действительно, к
К вечеру зал суда был набит так, что больше нельзя было втиснуться ни одному человеку. Одолжи-ка табачку, Хэппи! Я не могу, на одну жвачку осталось. Спроси у Билла. Билл, дай табачку. А твой где? Он отдал свою пачку Томпсону. Неужто? Я бы одолжил тебе 1,2 тонны, если бы ты отдал хотя бы половину своего долга. Джентльмены! Дамы и господа! Я не буду долго распространяться о трагедии «Королевский жираф». Скажу только, что ее видели зрители лучших сцен Европы. Занимательность трагедии превосходит все, созданное ранее. И, возможно, все, что будет написано впредь. Я не буду, джентльмены, я не буду говорить вам и об Эдмунде Кине старшем. Я не сомневаюсь, что слава актера, занимающего главную роль в трагедии, докатилась и до штата Арканзас. Я не буду ничего говорить. Вы все увидите сами. Занавес! Я поднял занавес, и из-за кулис выбежал на четвереньках король, весь размалеванный разноцветными полосами и сверкавший, как радуга. Он был совершенно голый! Ромео! Офелия, о нимфа, ступай в монастырь. Так быть или не быть, вот в чем загвоздка. Давай занавес. Джентльмены, дамы и господа, мы благодарим вас за внимание и объявляем, что эта замечательная трагедия будет исполнена еще только 2 раза по случаю отъезда в Лондон на гастроли, которые не могут быть отменены, потому что билеты все уже проданы. Если почтеннейшая публика нашла спектакль достойным внимания, мы просим рекомендовать спектакль своим знакомым, чтобы и они пришли его посмотреть. Это что же, все представление уже кончилось? Я очень сожалею, джентльмены, но программа исчерпана. И это все? Это все, джентльмены. Долой! Линчевать! Надули! Бей их! Погодите, джентльмены, только одно слово, джентльмены. Чего ждать? Бей! Погодите! Судья хочет сказать... Погодите, джентльмены, только одно слово. Нас с вами надули. Здорово надули. Здорово надули. Но если мы желаем стать посмешищем всего города, то я согласен, нужно теперь же пойти и расправиться с этими жуликами, правильно? Да! Джентльмены, а я хочу, чтобы весь город сначала уравнялся с нами, а там посмотрим. Вот что, джентльмены, мы уйдем отсюда спокойно и будем расхваливать представление на всех углах, чтобы все были равны. Так или нет? Молодец! Молодец! А
А теперь ступайте домой и всем советуйте посмотреть это представление. На второй день пришли новые зрители, и король с герцогом надули их также. Перед третьим представлением герцог велел перевести плот на новую стоянку на 2 мили ниже города. И в третий раз зал был набит битком, но только пришли уже не новички, а те, кто был в первые 2 дня. Карманы их были подозрительно оттопырены, и запах был такой, что за милю можно было разобрать, что нанесли гнилых яблок и капусты и тухлых яиц. Когда зал был переполнен, герцог попросил одного парня закрыть входную дверь и покараулить возле. Потом пошел кругом так, как будто бы на сцену. Эй, парень, ты здесь? Здесь, ваша светлость. Быстро иди вперед, а когда выйдешь из города, дуй во все лопатки к плоту, понял? И я помчался изо всех сил. А когда я прибежал к стоянке, то там увидел герцога, который, видимо, только что примчался передо мною. Быстро на плот! Поплыли. А как же этот король? Тебе жаль монарха. Гек, ты у нас чуткий мальчик. Ну, ваша светлость, ведь ему же там не поздоровится. Кто знает, может быть, он родился под счастливой звездой. А, ваше величество, вот вы где. Я здесь, ваша светлость. Вот видишь, мальчик, а ты волновался. А как же вы это? А как же вы успели одеться и прибежать? Прибежать? Я тут с утра отдыхаю. Я в городе-то и не был. Ой, ну скажите, ну ловко вы их провели. А что еще делать с этими простофилями? Решили, что настал их черед, понимаешь? Настать-то он настал, но только много ли им от этого проку? Хотел бы я взглянуть на них, что они там поделывают. Должно быть, устроили ужин. У них были полные карманы еды с собой. Герцог, сколько мы заработали? $460. А вы не хотели быть актером? Да. Ваше Величество. Офелия, унимать. Вот в чем заговор. Вечер они пировались, смеялись и расхваливали друг друга. А когда совсем уже напились, то повалились на тюфяки и захрапели. Что короли себя так ведут? Нет же, не удивляюсь. А почему ты не удивляешься, Гек? Ну, потому что они все одинаковые. Такая, видать, у них порода. По-моему, они сущие мошенники. Вот они что такое. Ну, правильно, Джим. Все короли были мошенники. Да ну. Этого герцога ведь как спиртным разит. Ну, правильно, Джим, от всех королей разит спиртным. Так в истории говорится, от всех королей разит спиртным. А как ты думаешь, нам по дороге не может попасться еще какой-нибудь король? Зачем? Тебе чего? Этих мало? Нет, Гек, мне больше не надо. Только... Что такое? Видишь ли... Когда вы были там, в городе, я подошел к нашему королю и попросил его... Чего, 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 чего? Попросил
не сможет ли он хоть что-нибудь по-французски? Так? Я хотел послушать, на что это похоже. А он? Он сказал, что позабыл. Чего позабыл? Все позабыл по-французски. От несчастья. Но тут я и догадался. О чем? О том, что он не от несчастья позабыл, а от пьянства. Это уж точно. Слишком пьет много. На следующий день, пристав к берегу неподалеку от какого-то городка, герцог и король купили в лавке себе и мне новую одежду. Я до сих пор не знал, что платье так меняет человека, честное слово. Король был во всем черном и был на вид такой важный, такой добродетельный. И мы поплыли дальше. Герцог просил его не отвлекать, дескать, он будет думать, как им еще раз околпачить арканзасскую публику. Во второй половине дня мы увидели впереди у мыса большой пароход. Король велел срочно причалить плот к берегу, и мы, с ним усевшись в челнок, отправились к пароходу. Он сказал, что поедет так, безо всякого плана, положившись на случай. По дороге мы встретили на берегу простоватого с виду деревенского парня, спешившего на пароход. Мы его подвезли, и по пути он рассказал королю что-то такое, что его величество велел мне мигом лететь в челноке за герцогом. Сам он помог парню погрузиться на пароход и стал ждать нас на пристани. Когда я привез герцога, пароход с парнем уже ушел. Ну-с, ваша светлость, и ты, Гек? Да. Ныне нам с Божьей помощью выпал шанс. Если мы его не используем, я добровольно откажусь от престола. Я обеспечу преемственность власти. В чем дело? Пахнет громадной удачей, ваша светлость. А? Для начала мы должны запомнить наши новые имена. Так. Итак, я Гарвеюлд, смиренный проповедник, угу. Вы герцог, отныне мой глухонемой брат Вильям Уилкинс. Хорошо. Ты, Гекльберри, наш маленький слуга. Ты, черномазый, ну не могу. И запомните, что на Миссисипи вы попали впервые, так как всю свою жизнь провели в городе Шеффилде, что расположен в доброй старой Англии.